Мама всегда создавала какие-то интересные интерьеры. Нашу квартиру показывали как музей. У меня в тех сложных 90-х была розовая комната с розовыми полами, с розовыми шторками, с рюшками, с кружевными каким-то там тюлем. Эта любовь к текстилю взяла свою. Хотелось заниматься именно чем-то родным, своим, любимым, каким-то дорогим. Просто продавать, перепродавать, покупать никогда не было интересно. Всегда нравились какие-то более сложные проекты, более интересные проекты. И поэтому практически сразу пришлось открывать ателье. В 2019 году мы открыли первый свой магазин в Барнауле в ТРЦ «Арена». Первые, наверное, пару лет работали на голом энтузиазме. Проблем было гораздо больше, чем каких-то решений. На сегодняшний день у нас два салона, у нас ателье, здесь немножечко другой уровень, здесь коллаборации уже таких более интересных, более дорогих коллекций, здесь более интересные ткани, более интересные карнизы, здесь мы делаем уже такую премиум бескаркасную мебель. Мы стали покупать голландские профиля и комплектовать все это в Барнауле. За счет этого, опять же, очень хорошо снизили стоимость, а качество, наоборот, в разы подняли. В 90% случаев наши цены ниже среднерыночных. За счет того, что у нас салоны немножко не так оформлены, как все шторные магазины, к нам люди первое время даже заходить боялись. Но вот потом те, кто зашел, те, кто, ну, скажем так, начал с нами работать, они остаются уже навсегда. За счет коронавируса пришлось пересмотреть взгляды на помещения, в которых работаем. Потому что в торговых центрах работать было вообще невозможно. И первые, наверное, вот эти недели три, это был, конечно, ужас, караул. Переходили в какой-то онлайн-режим, пытались договариваться через Инстаграм, пытались делать какие-то доставки. Мы отработали с поликлиникой, мы отработали с больницей, мы скомплектовали несколько крупных объектов, офисов. Коронавирус, наверное, вообще отдельная история, но как-то, как бы ни странно, мы его пережили, скажем так, неплохо. Для меня работа в первую очередь это удовольствие. Как только работа не приносит удовольствия, значит, ну, нужно либо искать другую нишу, либо не работать совсем. У меня, в принципе, в жизни два интереса – это семья и бизнес. И бизнес я связала только с семьей. Если бы, наверное, для меня не был важен уют в семье, улыбчивый, довольный муж, какой-то комфорт детей, какое-то развитие, я бы, наверное, не начинала бизнес вот именно интерьерный. Вот, наверное, именно ради этого стоит дальше заниматься бизнесом. Это моя любовь. По-другому, наверное, я не могу.